Сегодня в Чувашии с рабочим визитом побывали руководители ряда федеральных министерств, ведомств, государственных корпораций, главы некоторых регионов, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Все они приехали в Новочебоксарск на заседание Президиума Совета при президенте страны по модернизации экономики и инновационному развитию, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. На повестке дня один вопрос – реализация государственной политики в области интеллектуальной собственности. Тему продолжит Елена Гальперина. Интеллектуальная собственность как объект товарооборота во всем мире становится все более востребованной. Век технологий спрос на научные разработки опережает предложение. Кроме того, это очень дорогой продукт. И зачастую его не покупают, а крадут или присваивают. Поэтому интеллектуальная собственность нуждается в правовой защите. Почему-то считается, что в этом плане Россия не особенно преуспела. На фоне вступления в ВТО эти разговоры звучали громче. У нас существует вполне современная система охраны, то есть современное законодательство, которое не только было создано в определенный период, но и совершенствуется и развивается. Я напомню, что с 1 октября 2014 года вступили в силу изменения в 4-ю часть Гражданского кодекса. Уточнен был порядок распоряжения исключительными правами, более полно, ну и более тонко урегулированы отношения между правообладателями и пользователями. Введены некоторые другие институты. Большая часть работы проделана в рамках ряда поручений, которые давались и президентам, и правительствам, включая вопросы коммерциализации интеллектуальной собственности. Однако и нам есть над чем работать. Премьер-министр отметил крайне низкое количество международных охранных документов на отечественные разработки. По количеству национальных патентных заявок мы находимся на 7-м месте в мире, а по международным – на 25-м. Импорт интеллектуальной собственности в 11 раз превышает экспорт. Поскольку интеллектуальная собственность имеет непосредственное отношение ко всем инновациям, а именно на них делают ставку регионы, заседание Совета решили провести в одном из субъектов, поближе к реальной ситуации. Чувашия, по мнению участников, выбрана не случайно. Здесь очень существенный прогресс произошел в развитии технологического производства. Лет 10, наверное, если не больше, здесь не был. Вот сегодня я чрезвычайно впечатлен, так сказать, произошедшими за это время развитием и изменениями. Ну, начиная с того, что такое предприятие, как то, где мы сегодня находимся, там в начале нулевых годов было трудно вообразить себе, и кончая, ну, просто, так сказать, вот нас привезли из аэропорта на автобусе, ну, сильно изменился пейзаж.